Погибших уже 24 человека. Шанс найти живых после схода лавины на горный отель в Италии практически равен нулю. Спасатели обнаружили еще 6 тел постояльцев. Пятеро считаются пропавшими без вести. Лавина накрыла 4-этажное здание неделю назад. Из 30 человек выжили 9, включая 4 детей. Они были извлечены из-под завалов. Еще двое успели покинуть здание незадолго до трагедии.